Более полувека он останавливает мгновение. За 55 лет творческой деятельности сумел запечатлеть много прекрасного, говорит фотохудожник Олег Бурбовский. Лучшими моментами жизни мастер решил поделиться с запорожцами. Организовал ретроспективную выставку, на которой презентовал сборник избранных фотографий. Олег Бурбовский для своей фотокниги отобрал более сотни работ. Считает именно такое количество оптимальным для восприятия. Часть фотографий из избранного представил на выставке. Говорит, каждая работа – фрагмент истории, отпечаток чувств и эмоций. Много событий, самых разных прошло через мой объектив. И много интереснейших людей, с которыми я подружился, и которые оставили просто большой след в моей жизни. Всю жизнь фотограф делает почти исключительно черно-белые снимки. Оттого на выставке и в книге лишь несколько цветных. Мастер уверен, альбом будет интересен профессионалам и любителям. Ведь в нем целая фотоэпоха. С выходом книги Олега Бурбовского поздравляют коллеги, поклонники и руководство города. Олег Бурбовский – это человек, который представляет славу не только города Запорожья, но и всей Украины. Это не мое мнение, это мнение асов фотографии, которые я неоднократно слышал на разных выставках. Я хочу поздравить всех почитателей его таланта с выходом этой книги. Нарешті вийшла його книга, як такий певний підсумок його творчого шляху, яка розкриває всі найкращі його творчі здобутки і дає можливість познайомитися з цим творчим здобутком, як запорожцям, так и жителям Украины. На одной фотокниге мастер останавливаться не собирается. В ближайших планах Олега Бурбовского выпустить в свет сборник портретов выдающихся людей города.